Эта картина называется «Преодоление». Преодоление себя, соблазнов и пороков. Такую личную историю в красках рассказывает автор 15 лет. Рядом изображение бессмертного полка, боев в Сирии, дуэли Пушкина и Дантеса. Темы, выбранные юными художниками, немало удивили директора детской картинной галереи. Это то откровение детей, которое мы не ожидаем увидеть. Потому что тема действительно не навязана. Я-то думала, честно говоря, что они возьмут какие-нибудь простенькие темы. Картины составили выставку «Премьера». Это своеобразный творческий отчет за прошедший учебный год. Другая выставка «Кукольная» именитого самарского автора Ольги Бакановой открылась в соседних залах. Мастер исторической костюмной куклы представляет коллекции арт-деко и венецианский карнавал. Есть среди экспонатов и две премьерные куклы, которые выставляются впервые. Они из будущей коллекции «Сорока-ворона» и «Красный петух», над которой сейчас работает мастерская. Она будет посвящена русским национальным традициям, русским национальным праздникам. Там будет Троица, Масленица, святочные какие-то персонажи. Вот такая фантазийная коллекция. С работами Ольги Бакановой горожане знакомы хорошо. Это уже 16-я выставка художницы в особняке Клотта. А вот забавные игрушки тольяттинцев в Самаре увидят впервые. В основном это трогательные мишки Тедди. Обе выставки можно увидеть в особняке Клотта до середины сентября. Валерия Макарова, Максим Гусев, «События».